Посмотреть спектакль и концерт, сделать своими руками сувениры и даже поиграть с поэзией. Школьные каникулы в этом году совпадают с неделей детской книги. Поэтому в библиотеке имени Пушкина приготовили для читателей много интересных мероприятий. Каждый день новый формат занятий, яркие впечатления и необычные литературные путешествия. В рамках недели детской книги мы запланировали познакомить наших читателей с писателями-краеведами. Они пишут великолепные книги, но, к сожалению, они пока еще, наверное, не так известны, как другая литература. И с помощью этих книг мы вместе с ребятами попутешествуем. Еще ребятам расскажут о книгах-юбилярах. Один из дней полностью посвятят предпочтениям читателей. Их познакомят с необычными форматами современной литературы. Школьники смогут примерить на себя роли иллюстраторов и критиков. Мы попробуем создать очень много разных творческих площадок в библиотеке для того, чтобы наши читатели смогли рассказать о своих предпочтениях, выбрать книги, которые им нравятся, может быть, составить рейтинги каких-то любимых современных книг. Юных книголюбов ждут библиотеки имени Пушкина ежедневно с 22 по 31 марта. Литературные приключения начинаются ровно в 2 часа дня. Все посетители обязательно должны быть в масках для лиц старше 6 лет. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.